Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео предлагаю вашему вниманию вот такое красивейшее... Нет, это не ленточное кружево. Вот такую красивейшую кайму. Я уже как-то показывала ее в видео, когда мы прогуливались по парку Кусково, и там буквально совсем одну минутку я показала вам, что я вяжу. И решила сделать мастер-класс для вас. Этим кружевом я хочу украсить вот этот топ. Уже я как-то вам его показывала. Это будет внизу. Вот буквально осталось мне связать четвертую часть вот этой длины, то есть совсем немножко, и сделать обвязку сверху, и потом просто пришить это кружево к краю майки, к краю топа. И потом планирую сделать такие типа крылышек вот здесь на бретельках. Будет тоже это кружево, я не знаю, может быть, оно будет немножко потоньше. Я оставлю только вот эту нижнюю часть, еще пока не решила. Но то, что оно будет вот здесь на бретельках, это скорее всего точно. Можно, конечно, бы было украсить кружевом вот эту часть, то есть вырез, но тогда... Ой, как бы выразить правильно свою мысль. Тогда этот топ не очень будет красиво носить под пиджак. Ну, это на мой взгляд. Как-то больше все открытым. И я не хочу вот загонять себя в такие рамки, хотя тоже можно сделать и так. Я решила украсить крылышки, которые под пиджаком не будут видны. И он будет такой... Не совсем винтажный, так скажем. В общем, а там посмотрим. Ну вот, мои хорошие, эти ниточки здесь ирис от Кутнор, итальянский. Я очень люблю эти ниточки, очень тонкие. Уже, к сожалению, не помню метраж, но очень тоненькая ниточка. Вяжу крючком 0,6, а вам буду показывать, скорее всего, другим крючком, другими ниточками, чтобы было... Ну, так скажем, для вас удобнее все это увидеть и рассмотреть. Вот такая схема узора. Вязать буду с самого начала и свяжем несколько сегментов. Ну, а дальше, когда пойдет повторение, я думаю, что вы все поймете, как это сделать. Сразу хочу сказать, кружево не для начинающих. Здесь много поворотов. Но я постараюсь максимально подробно объяснить, и чтобы у вас все получилось. Итак, давайте приступим. Итак, мои хорошие, я взяла крючок 1,25 и ниточки ирис. Сразу не смотрите, кружево будет другим. Конечно же, оно будет не таким красивым, не таким нежным, не таким... воздушным. Это просто для того, чтобы вы поняли, как это все вязать. А вообще такое кружево, конечно же, требует тонкого крючка и очень тонких ниток. Чем тоньше ниточка, тем красивее все это смотрится. Ну, а мы будем учиться и, конечно же, вязать более толстой ниткой. Итак, как раз рассмотрим схему. И для тех, кто не умеет читать схемы, это как раз будет шанс, ну, разобраться хотя бы в этой схеме. Итак, вот начало вязания. Звездочкой обозначено. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель это вот воздушных для вот этого кольца. Потом делаем 1, 2, 3 и 3 петли подъема и еще одна воздушная. Это уже пойдет на другой ряд. Значит, получается 10 петель воздушных и еще 4 петли воздушные после того, как мы замкнем в кольцо. Итак, давайте
Приступим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Замыкаем в кольцо, входим крючком в первую петельку и делаем соединительный столбик. Теперь набираем раз, два, три. Это петли подъема, и одна петля, это уже пошла петля на наш вот этот ряд. И дальше у нас будет идти воздушная петля, столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Давайте посмотрим, сколько столбиков нам нужно сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И вот это считается наши петли подъема как столбик. Итак, накид на крючок и под колечко наше раз столбик. Я не буду повторять воздушка. Вы все уже поняли, что между столбиками воздушная петля. Два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 и еще один. 11. Вот что у нас получилось. Давайте дальше разбирать схему. Сейчас ниточку отмотаю, приготовлюсь. Вот сейчас мы находимся здесь. Дальше считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, сейчас посмотрю. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, пусть будет 7. Потом будет немножко по-другому. То есть набираем 7 воздушек. Потом накид на крючок. И присоединяемся вот к третьей петельке от начала столбиком с одним накидом. Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. 8 воздушек в смысле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь накид на крючок. Отсчитываем 1, 2 в третью петельку воздушную от начала. Вяжем столбик с одним накидом. Вот у нас получилась вот эта вот парочка. 1, 2, 3, 4, 5. И опять столбик с одним накидом вот в эту точку. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок. И можно прям вот подарочку вот эту. В толстой ниточке это будет заметно, в тонкой вообще ничего не будет видно. Вот у нас получилась вторая арочка. Опять 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с одним накидом делаем прикреп. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок. И прям вот так вот под эти арочки. Так, не провязала накид. Сейчас накид. Можно вот войти вот сюда, вот прям не подарочку, а прикреп сделать в само тело. Это как удобно. И повторюсь, в тонких нитках это будет абсолютно незаметно. Вот мы проделали путь, мы сейчас находимся здесь. Смотрим дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Это петли в ряду. Дальше идут 3 петли подъема.
И я здесь немножко изменила схему. На схеме здесь нет воздушной петли между вот этими столбиками. Я сделала воздушную петлю. Мне так показалось красивее, чтобы ажурнее было полотно. И связала не столбик с одним накидом, а столбик с двумя накидами. Вы можете вязать по схеме, но я немножко изменила схему. Значит, 1, 2, 3, 4, 5 петель, это петли в ряду. Дальше будет у меня не 3 воздушных петли, а 4, потом еще 1 пятая и столбик с двумя накидами. Итак, вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь можно уже развернуть вязание, чтобы мы понимали, куда нам двигаться. 1, 2, 3, 4. Это петли подъема. 1 воздушная петля, это будет между столбиками. 2 накида на крючок. И 1, 2, 3, 4. В пятую петлю вяжем столбик с двумя накидами. Провязали. И сейчас у нас второй ряд. Разбираем. Мы находимся сейчас вот здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 6. 1, 2. Не очень хорошо видно. 1, 2, 3, 4. Нет, 5. 5 воздушек. Столбик с одним накидом под центральную арочку, вот эту, и потом 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прикреп столбиком с одним накидом вот в эту точку, в третью петлю от вот начала. 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, и вот идем вот сюда, вот к этому, так скажем, цветочку. Ну, сейчас поймете. Итак, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок, центральную вот эту нашу арочку. Вяжем столбик с одним накидом. Сейчас я немножко изменю освещение, что-то мне не нравится. Итак, провязали столбик с одним накидом. Теперь 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид на крючок. Отсчитываем от начала 1, 2, вот в третью петлю. Мы делаем прикреп столбиком с одним накидом. Сделали. И теперь осталось нам вот 3 воздушки провязать и сделать еще один столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид на крючок и под нашу вот эту центральную арочку столбик с одним накидом. Вот что у нас, вот такая конструкция у нас получается, уже вырисовывается. Это мы сейчас находимся вот здесь, в этой точке. 1, 2, 3 воздушные петли, накид на крючок и провязываем под вот эту арочку столбик с одним накидом. Потом делаем 2 воздушные петли и под следующую арочку столбик с одним накидом. Давайте посчитаем, сколько у нас теперь будет этих столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Давайте выполнять. Так, значит, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид на крючок. Ищем вот нашу вот эту первую арочку нашего цветочка. Провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Накид на крючок. И под следующую арочку второй столбик с одним накидом. Это будет... Я буду считать столбики, не буду говорить про воздушные петли. Здесь их у нас
по 2 между столбиками. Так, 2 столбика провязали. Просто себя проверить. 3. Четыре. Пять. Шесть. Сейчас ниточку отмотать нужно. Так, 6 столбиков. Восемь, 9, 10. И последний столбик, 11. В принципе, у нас и закончились арочки. Если все правильно делаем изначально, можно, в принципе, не считать. Должно все, как бы, под арочку провязали и 11 столбиков получили. Итак, мы сейчас находимся вот здесь. Вот мы провязали последний столбик. Шли отсюда вот сюда. Находимся здесь. Дальше смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. Но я в первой вот этой арочке делаю 6, потому что все-таки петля подъема должна быть. Здесь 5. Ну, бог с ним. Потом прикреп между арочкой. Опять 5 воздушек. Столбиком без накида крепимся под вот эти наши провязанные арочки. Сейчас мы будем поворачиваться. То есть вот у нас так получалось. Разворачиваем вязание. Это у меня петля подъема. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. И прикреп под каждую арочку из 2 воздушных петель. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Прикреп под арочку. И так идем до конца ряда. 3, 4, 5. Прикреп под арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку. Тут самое главное разобраться с поворотами. Потому что, ну, для начинающих, даже честно скажу, я сидела, не сразу поняла, как тут, что к чему. Я сидела, разбиралась. Ну, по мастер-классу, я думаю, что вы все справитесь. Постараюсь разжевать вам, чтобы все вам было понятно. Кайма на самом деле очень-очень красивая. Мне очень нравится. Много пересмотрела всяких разных. Ну вот, остановилась на этой, потому что очень понравилось. И решила с вами поделиться. Так, 4, 5. И последний прикреп столбиком без накида под арочку. Вот смотрите, что у нас уже, вот такая конструкция у нас нарисовалась. Мы находимся сейчас вот здесь. Смотрим дальше. 1, 2, 3 воздушные петли, накид на крючок, и под вот эту нашу арочку, она у нас вот она на рисунке, она здесь. Выполняем столбики с одним накидом, между ними воздушная петля. Давайте посчитаем, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, давайте выполнять. Вам был более-менее
удобно было смотреть, и чтобы вы на схему смотрели, вот как это сделать. Так, 3 воздушные петли, накид на крючок, у нас там 8 столбиков должно получиться, между ними воздушка. Я не буду говорить про воздушку, буду считать столбики. Так, 1 столбик, 2, 3, 4. Так, сейчас отмотаю нитку. Как быстро нитка заканчивается, столько же отматывала. Так, 4. 5. 6. 7 и 8. То есть наш вот эта кайма состоит как бы из 2 цветочков. То есть один из них побольше, другой поменьше. И вот они чередуются побольше, поменьше. Вот сейчас мы будем, условно говоря, мы сейчас вяжем вот этот малый цветок. Итак, мы находимся сейчас вот здесь. И нам нужно идти вот сюда. 1, 2, 3 воздушные петли. Мы договорились, что у меня здесь столбик с 2 накидами. Потом воздушная петля и еще столбик с 2 накидами. Вы можете вязать по схеме. Но я когда начала вязать по схеме, у меня вот здесь вот стало как-то стягиваться. И я решила немножко изменить схему. И стало очень все хорошо. Так, ну вот, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида на крючок, ищем наш вот этот столбик с 2 накидами. Здесь я в макушку, прям не под арку, а в макушку этого столбика. Сейчас мы его продырявим. Вот, вяжем столбик с 2 накидами. 1 и 2. Воздушная петля, ее нет на схеме. 2 накида на крючок. И здесь вот одну петлю пропускаем, а в следующую вяжем столбик. Здесь, в принципе, можно тоже вот так связать. Оно все потом выровняется, особенно когда ниточка тонкая, все ляжет, все хорошо будет. Но можно в тело, это как вам удобно. Так, провязали. Идем дальше, рассматриваем схему. Сейчас мы должны развернуться, сделать, у меня будет 4 воздушных петли подъема, потом еще одна, это между столбиками петля, то есть 5 воздушных петель, и столбик с 2 накидами вот в этот столбик. То есть разворачиваем вязание, повернулись, 5 воздушек у меня будет, из них 4 это этот ряд, и вот следующая, это уже петля пошла на следующий ряд, 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, и вот в этот вяжем столбик с 2 накидами. Провязали. Смотрим, что у нас идет дальше. Мы находимся вот здесь сейчас. То есть мы поднялись. 1, 2, 3. Столбик с 2 накидами под нашу вот эту арочку. И под каждую арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Должно быть 7 столбиков. Итак, 1, 2, 3 воздушные петли. Накид на крючок и под арочку вот этого малого нашего цветочка вяжем столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли и под следующую арочку столбик с 1 накидом. Должно получиться, в принципе, 7. Давайте проверим. 2 провязали. 3. 2 воздушки. 4, 2 воздушки,
5, 2 воздушки, 6 и последняя арочка 7. Все, давайте рассмотрим. То есть мы сейчас находимся вот в этой точке. И теперь, в принципе, вязание повторяется. Ну, давайте еще свяжем несколько вот этих элементов, чтобы было все понятно. Итак, 1, 2, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом вот в эту арочку, одну пропустив, потом 9 воздушек, опять прикреп столбиком с одним накидом, 3 воздушки и столбик с одним накидом. Итак, давайте вязать. Так, как же мне так сделать, чтобы вы видели и схему, и мои руки? Вот одну арочку пропускаем, а вот сюда делаем прикреп столбиком с одним накидом. 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид на крючок. Отсюда 1, 2, в третью петлю воздушную от начала провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, накид на крючок и опять под эту же арочку столбик с одним накидом. Это мы сейчас с вами вяжем большой вот этот цветок. Так, провязали. Мы находимся сейчас вот здесь. Вот мы провязали столбик и в этой точке находимся. И дальше все повторяется. 1 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь 12 столбиков. То есть это 13. Здесь в начале у нас было 11, здесь 12. И между ними воздушная петля. Так, разворачиваем вязание. Воздушная петля. И 12 столбиков с одним накидом под вот эту арочку. Вот под вот эту. То есть вот в это колечко. Воздушная петля. 12 столбиков у нас должно получиться. 2, 3, 4. Сейчас. Опять нитка закончилась. 5, 6. Семь, 9, 10, 11. 12. Давайте посмотрим, что у нас получается. Сейчас мы находимся вот в этой точке. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Прикреп одну, пропустив вот эту арочку малого цветка. И вот эти вот вывязываем арочки. Итак. Раз, два, три, четыре. Пропускаем одну вот эту, вот в эту следующую, прикреп столбиком
без накида. Дальше 5 воздушек идет. Это я просто помню по своему вязанию, но вы можете по схеме проверить. 4, 5. Вот, вот эти сейчас вяжем. И прикреп в следующую арочку. Опять. 1, 2, 3, 4, 5. Прикреп в следующую арочку. Вот где-то я, по-моему, ошиблась. У меня несовпадение идет вот здесь. Сейчас разберусь, расскажу вам. Нет, все правильно показалось. Слава богу, я думала, что я где-то ошиблась. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Прикреп столбиком без накида. И у нас одна осталась арочка свободная. Так же, как и на схеме. Мне показалось, что у меня 2 останется свободно. Вот что у нас получается. Видите? Ну, из толстых ниточек выглядит, конечно же, совершенно по-другому. Я повторюсь, что это только для того, чтобы вам показать. Итак, мы находимся сейчас вот здесь. 1, 2, 3 воздушные петли. У меня здесь столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами. Вяжем. 1, 2, 3. 2 накида на крючок. Ищем наш столбик в его макушечку. Провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петля. 2 накида на крючок. Повторюсь, можно вот под столбики вот так. А можно найти, вот отступить одну воздушную петлю и прям войти в тело. Но поскольку у меня вот этот край будет еще обвязываться вот с этой стороны, я могу прям под столбики. Хотите так, хотите по-другому. Это как вам удобно. Ну и все, мои хорошие. Дальше вязание все повторяется. Я уже, наверное, не буду вам показывать, потому что мы уже связали этот элемент. Мы сейчас находимся вот здесь. И все повторяется. Делаем воздушные петли подъема. У меня их 4 плюс 1 воздушная, 5. Столбик с 2 накидами. Потом 1, 2, 3, 4, 5 воздушек. Столбик с 1 накидом под эту арочку. Потом 9 воздушек. Прикреп сюда. 3 воздушные петли. Накид на крючок. Вот сюда столбик, вернулись, опять мы находимся здесь. 3 воздушные петли. И пошел вывязываться вот этот второй цветочек. Думаю, что все понятно. Как бы уже мы, я даже вам показала одно и то же второй раз. Думаю, все вы поняли. Схему можете вот сейчас сделать скриншот экрана. Она, в принципе, не авторская, здесь нет никаких надписей, поэтому я смело ее вам показываю в кадр. И, пожалуйста, вяжите. В принципе, не так все и сложно. Думаю, что было бы желание, все получится. Давайте еще раз задержу. Останавливайте кадр. Кто не умеет делать скриншот экрана, можете экран сфотографировать с телефона. Я тоже так иногда делаю. И, пожалуйста, вяжите в удовольствие. Ну, а я пойду заканчивать свою эту кайму. Когда пришью ее к топу, тоже покажу вам. И когда вот эти рюши сделаю. Да, я не сказала, что там я буду вот так вот собирать. Это крылышко делать вот на бретельке. Должно получиться очень хорошо. Ну, а я вам всем желаю хорошего настроения. Вяжите в удовольствие, вяжите с удовольствием. Всех обнимаю, всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.